Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1354. События дня. Притча 29.19. Словами не научится раб, потому что, хотя он понимает их, но не слушается. За 31 августа 19 года. На обращение наше. Внимательно прочитайте. Курсором затормозите, дальше можно посчитать. Здесь отзывы. А тут один ролик. Начальник уголовного розыска приехал познакомиться. 15 августа 2016 года, поселок Потеряевка. 134 516 просмотров. Ну, тут данные какие-то. Я коротко буду протаскивать. Как люди относятся к милиции. Зарекомендовали себя с такой стороны. Тормозите, чтобы можно прочитать было. Такое. И сегодня взяли Вячеслав Семенов один мой вопрос. Вот из 5-го тома «Открытым оком». Вот, тоже так же протянул. А вы послушайте, почитайте. Это я в университете отвечаю с кафедры. Вот такой ответ. Он им понравился. Ну, что нового? Сергей уехал, пришлось мне в лодку залазить. И тоже немножко сняли. Интересно. Вот перед этим за 2 дня было 108 карасей сняли больших из сети. Следующий день 106, а вчера 104. Вот по 2. Никто не считал, так интересно. Ну и дальше надо было их приготовить к хранению, отрезать голову, внутренности отдельно перебрать. С Владимиром тут пошли, закончили ремонт загона у скота, у коров. Там столбы уже заранее закопаны были, жерди
Надо было прибить. Вот так. Ну, а тут время-то идет. Баня уже затопилась. Суббота. Вечернее богослужение. Старый да малый. Все на уборке. Урожай. Кто-то уехал куда-то. Ну, так и весь день-то и прошел. Благословенный, радостный. Все, пока.